Вот такой получился табурет, друзья. Вот с такими необычными немножко ножками. Один слой пока. Сейчас надо будет еще, наверное, слой повторить, и потом прозрачно. Такой вот шутливый будет табурет с причиндалами. Таких я уже табуретов делал много. Здесь никакой вахавщины, это просто в бане. Так сказать, подшутить над друзьями, люди любят такие вещи. И небольшой анонс. Сейчас в этом же стиле будет двухметровый стол, метровая лавка, 5 стульев, все в том же стиле, банная мебель. То есть не забудьте подписаться. Щит у меня уже склеен был, я его разрезал на три части, прогнал через рез, но сейчас будет три части склеивать. Это вот там у меня стоит. Это у меня из лиственницы. Вот. Здесь еще круглый стол на склейке. И уже у меня склеен щит метр на метр из ясеня, будет круглый стол. И будут кухонные фасады тоже из ясеня, необычной с резьбой. То есть это все уже заказано, все это уже наклеено. То есть много еще будет интересных роликов. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. И если вам не трудно, можете поделиться этим видео. Вот такой получился неприличный табурет. Каждый понимает, это в меру своей испорченности. Вот. Надеюсь, было полезно. Кому пригодится. Всем